Более 75% молодых людей в республике уже обладают пушкинской картой. По этому показателю наш регион на втором месте среди субъектов СЗФО. Такие данные приводят Минкультуры Коми. Сегодня к проекту подключены 14 государственных учреждений. Самыми посещаемыми по пушкинской карте стали Театр оперы и балета, Воркутинский драматический театр и Театр драмы имени Виктора Савина. Я как артист, который находится по ту сторону от зрителей, вижу, сколько молодых людей приходит в театр. И нас это так радует, потому что пушкинская карта, которая вынесена по всей стране, она всколыхнула желание прийти молодых людей и в театр, и в музей, и в филармонию. Дети тянутся к искусству. Стартовал проект в 2021 году. Тогда номинал карты составлял 3000 рублей. А уже с января 2022 вырос до 5000. Ежегодно в декабре невостребованная сумма сгорает, а с 1 января вновь начисляется на карту в полном объеме.